теперь я посажу мяту. Я решила, что она у меня будет в двух горшках одинаковых, дабы ее не перепутать никак. Сейчас вас поровнее поставлю. И в одинаковых они, сказала я. Землю насыпаю из мешка. Обычный грунт. Вот такой покупной. Вот он у меня сбоку стоит. Я его облокотила на клумбу. Он у меня там стоит. Этот грунт готовый к посадке, его не нужно разбавлять землей, еще что-то делать. В общем, никаких манипуляций совершать не нужно, достаточно того, какой он уже есть. У меня всего 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук. Давайте я 3 посажу в один и 3 в другой. 3, да вот эти вот у меня ментол, ясная нотка и еще один ментол. 2 здесь одинаковый, ясная нотка. Давайте вот эти одинаковые в один, а вот эти разные в другой. Сейчас вот эти перчатки сниму, они более такие, сложно с ними что-то почувствовать. Не знаю, какая всхожесть, не знаю, что получится. Вообще, вырастет ли он. Очень мелкие семена, смотрю, как у лобелии примерно такие. Ну, посмотрим. Клубнику я тоже не знала, прорастет она или нет. Проросла, все чудесно. Два кустика у меня есть. Будет буйный куст, ну и отлично. Будет много, прорежу потом. Высажу просто на клумбу, если будут семена. А мы можем, в принципе, еще и на мою клумбу одну мяту посадить. Вот на ту. Да? Сейчас я это сделаю. Вот этот последний на клумбу посажу. Здесь клумба у меня есть. Так, этот мы засадили. Давайте чуть-чуть как будто присолим землей сверху. Не будем засыпать. Я их пополиваю. И вот эти два в другой посадим. Я даже инструкцию по посадке не читала. Вдруг и так сойдет. Посмотрим, что из этого получится. Я сюда в горшок кидаю, пока потом мусор выброшу. Это все на балконе у меня будет. Что-то совсем здесь как-то мало семян, будто пожалели. Угу. Отлично. Посажено. Все. Теперь мне нужно посадить тимьян. Угу. Лобелию я хотела туда на балкон. Крес-салат я посажу у себя на балконе. А, и душицу. Вот душицу сейчас и тимьян посадим. Вот в эти большие. Этот прозрачный, ну, я думаю, в нем тоже вырастет, ничего страшного. Сюда я посажу душицу. Медонос написано. 45-50 сантиметров. Кусты хорошо облиственные, высотой 25-30 сантиметра, диаметр. Это что, куста? 40-50 сантиметров? Массой. А почему написано популярная вкусная приправа орегано, прекрасный медонос? Так это орегано. Его тогда надо сажать здесь. Мне он так не нравится. Я думала, это для чая. Душица — это не для чая. Душица — это оказалось орегано. Я почему-то думала, что это для чая. Вот такой изменял агроном. Давайте тогда тимьян сюда, душицу я посажу. Душицу я посажу, гладиску над краем. Друзья мои,
Люсиндрос, привет! Да, Лёва, ты пришла мне помочь, молодец. Так, беги туалет. Ну нет, беги, нет, нельзя. Это клумба, а не туалет, псинария. А, ты записываешь, господи. Ты, говорит, записываешь. Иди. Я записываю, ничего страшного. Иди в туалет. Ага. Люси. Куда ты к моему цветку, носатая? Иди, блядь, волосы. Не обращайте внимания. Будем считать, что это запикано. Все, друзья мои, я сюда сажаю тимьян и adios muchachos per favore. Что вырастет, то вырастет. Что тогда вырастет. Все. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Хорошо, что все записано на видео, что куда я сажала. Потому что я сейчас забуду. Подумаю, что здесь помидоры, там у меня огурцы. Огурцов-то вообще не было. Все, друзья мои, я закончила.